Елена и Алекс очень любили друг друга, но в поисках лучшей жизни он уезжает в другую страну, оставив возлюбленную, которую никогда не переставал любить. Спустя 40 лет он, уже успешный врач, возвращается в городок своей молодости и заходит в кабачок у Николы, место, где проходили его свидания с Еленой. Я не виноват в том, что я послушался своего сердца. Не виноват в том, что у меня был размах. Не виноват в том, что у меня была необходимость свободы. Понимаешь, огромной свободы! История Елены и Алекса словно стояла на паузе, и теперь долгие разговоры потерянных десятилетий спрессованы в короткий, но невероятно напряженный диалог. Диалог двух людей, которые не переставали в мыслях возвращаться друг к другу. Главные роли исполнили заслуженные артисты России Елена Шубенкина и Виктор Чукин. Что-то вскрывается за какими-то репликами, вдруг возникает дополнительный какой-то объем. В результате, когда вот подобного рода пьесы и подобного рода работа происходит, артисту всегда интересно. Когда интересно, ты начинаешь влюбляться в роль, потому что ты понимаешь, что еще очень многое может быть впереди открыто. И это доставляет удовольствие и радость, что появилась вот такая пьеса, такая возможность. Молодых Елену и Алекса сыграли Мария Прыскина и Александр Курзин. Также перед зрителями разворачивается похожая драма молодых владельцев ресторана. Другое время, другие обстоятельства, но тот же конфликт. И только благодаря тому, что мы вместе с артистами в застольный период очень глубоко погрузились в этот материал, тогда появилось ощущение, что действительно эта история зазвучит и будет пронзительной. Действительно, это достаточно глубокий материал. Спектакль «Тепло» в ноябре поставили по пьесе болгарского драматурга Яны Добревой. Ульяновскую постановку высоко оценила заслуженный работник культуры России Элеонора Макарова. Она не только перевела пьесу с болгарского. Произведения в ее переводах 7 раз с успехом ставились на ульяновской сцене. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.